Всем привет, с вами Шутник, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. Итак, в прошлом выпуске мы избавились от босса по имени Sledge, ну и выполнили парочку побочных квестов. И по идее, сейчас-то мы можем продвигаться дальше по сюжету и переходить на другую локацию. Но перед этим я бы хотел доделать наше задание, которое у нас висят, соответственно. Так, значит, на этой локации у нас есть два задания. Давайте мы вот... пойдем на выполнение одного из них. Так, а есть тут задания какие-то маленькие? Нет, ничего нету. Да, значит, у нас появились какие-то новые враги в прошлом выпуске. Это алое копье. Не знаю. Пока еще с ними вроде как не виделись. Как говорил мой папаша, колеса всегда лучше каблуков. Так. Хотя он был парализован. Да, какие-то черепа надо убрать. Интересно, а у этого Шепа Сандерса были еще задания или нет? Так, правильно я тут хоть? А, вот сюда, наверное, да? А где черепа? А, вот это? Это полностью весь человек, а не один череп. А, вот черепа. Офигеть. Да. Действительно страшно до ужаса. Понравилась мне вот эта винтовочка. Ну, СМГ. Она хоть по дамагу вроде хуже винтовки, но у него вот за счет того, что она бьет электричеством, это офигенно. Что-то их тут очень много. Ну ладно, мы с ними справляемся, так что не страшно. Видите, как бегут? Один за одним. Еще он бежит. Что ж, придется вас их перебить. В голову. Ай. Ну ладно, так тоже неплохо. Чего? Вот по кому они стреляют? Фига у них разброс. Жесть. Так, на хп нельзя. А, еще винталь. Точнее, пистолет. Да ладно, мне еще кидаете. Так, 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 так. Может, там сбегать? Да, кстати, вон череп. Отсюда видно. Так что, по-любому сюда надо. Я думал, там может какое-то оружие есть. Нет, ничего нету. Ну ладно. Ну, блин. Да как так-то? Куда снаряды летят? Так, 2 из 10. Почти половина уже готова. А, вот еще один.
Так, ну окей, три как минимум вижу. Че, мы все? Всех бандитов убили? Так, где еще? Ну, в смысле, один-то там я видел. Где еще два? Вот у них центр-то, да? Это, кстати, из камня сделано или это какой-то череп? Похоже, по форме это на какой-то череп. Ну да, скорее всего, это камень. А, внизу он еще. Окей. Так. А, тут два сразу висит. Так, все, нам один остался. Да, тут ящик с оружием какой-то должен быть. Ну, по идее, да? Правильно? Ну, он есть. Но по логике вещей он так и должен тут находиться, то есть. Тяжелая локация. Ну как, не тяжелая, но дофига противников. Следовательно. Так. О. Следовательно, должен быть ящик с оружием. У нас внизу еще есть. Все, последний был. А, даже два ящика с оружием у нас. Посмотрите. Так, дробовик какой-то. Ну, а чем не посмотреть, как он есть? Вот. Ладно, на продажу. Сейчас, значит, оружие наверху еще заберем. Можно отсюда сваливать. Кто бы возражал? Так, все забираем. А, полную? Так, это выкинем тогда. Надо бы продать, конечно. Тогда. Эти ракетометы, блин, занимают место. Вот этот электросолдат, модификатор класса, чё я думаю, продать его можно? Смысла, наверное, держать. Или мы потом можем класс поменять? Так, смысл класс менять я тоже не вижу. Фиг знает. Ну ладно, давайте пока продавать не будем. А, у меня лечебные наборы. Надо нафиг выкинуть их. Так. Брюс Маклейн. Ну, давайте это Брюса Маклейна найдем. Ага. Магазин где еще у нас был? Поблизости тут. Да, нету. У этого. Шепа Сандерса, наверное, да? Давайте сначала Брюса Маклейна найдем. Брюс Маклейн. А в «Крепком орешке» как его звали? Не Брюс Маклейн? Ну, в фильме «Крепкий орешек». Что-то похоже, там вроде было имя какое-то. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, мы здесь поедем ведь? Ай, что-то... Вот как он уперся, вот смотрите. Там до скалы еще метр. Он не уперся, блин. Вот так. Что такое? А, это вход на шахту. А, известно, Брюс Маклейн, это Лоди Бандюганов.
Вау! Нормально. Да, он наверху, блин. Да, так и было. Так и было. Там, кстати, автоматы. Ну да, автоматы для продажи. Тут можем спихнуть оружие. Для начала нам избавиться от бандитов. Там их много очень. Ух ты, какой скак. Безбашенный кросс-скак. Ну так, чего? Будем убиваться-то, нет? Что там с ним выпало? На хп и какой-то пистолет, ладно, меня моё. Ну, белый. Был бы цветной, еще можно было. Я тут как-то раз, помню, приезжал сюда. Меня расфигачили. Кстати, а чё где? А, вот. Ну, в смысле, там вот нора скагов, а скагов нет. Все что ли? Все бандиты? А чё я в прошлый раз получил? Да, кстати, все, тут больше ничего нету. Ой, как красиво улетел. А в прошлый раз они меня расфигачили, как фиг знает кого. Сука, это здорово было. Теперь здорового нету. А где автоматы? Или чё, они здесь что ли? А, выше где-то. В смысле выше? Внизу, может быть, тогда получается. Там на какой-то бункер был или что-то пещера какая-нибудь. Потому что тут так нифига нет. Челеп. И чё? Все пусто, что ли? А, вот где вход, ничего себе. Ага, вот бандюганы. Все? Два всего было? Ну ладно, нормально. А, все, мы типа выполнили задание. Да, вот это Брюс Маклейн. Так, дневник Брюса. Почему же умер Брюс Маклейн? Так. Сначала все продадим. Если приходится делать больше одного выстрела, значит у вас в руках явно не Джейкобс. Снайперка на 19. Так, это наше предыдущее оружие, мы его продаем. Титановый револьвер тоже подаем. Ужасный Матадор на 22. Сорок два, 12, 11 и 7. Давайте на зубочистку с лыжи подадим. Вот, блин, какой из этих ракетометов оставить? Вот его дамаг меньше, зато скорострельность выше. Ну и прицел получше. Но дамаг. Не, давайте мы вот это продадим. Тот оставим. Так, снайперку оставим на 19. Добавик эти все продаем. Угу. Так, значит, берем новое оружие. Его тоже подадим, наверное. Снайперка. Так. Какой на левел? Так, шанс устроить большой взрыв. Плюс 4 вместимость обоймы. 9 снарядов у него. Угу.
Так, а у нас где вторая винтовка? Дамаг значительно больше. Ну, в два раза. 6 снарядов, 9. Что тут шанс устроить большой взрыв? Там... Блин, фиг знает. Так, а что мне вместо чего экипировать? То есть мне это оружие устраивает. Ну, в принципе, можем вместо ракетомета. Так, 9 снарядов у него. В принципе, винтовка хуже. Но меня что смущает, то что у него тут экстрильно устроит большой взрыв. Может, это прикольная штука? То есть, вот эти дополнительные, они в итоге нормально могут сыграть положительный эффект. Я думаю, продать эту, короче, эту оставить. Давайте так и сделаем. Обязательно быть хорошим стрелком. Достаточно выпустить как можно так, больше. Так, можешь что-нибудь купить? Или не стоит? Не, ладно, не стоит. Так, значит, что получается? Мы нашли Брюса Маклейна, который хотел разбогатеть. Давайте узнаем причину. Брюс Маклейн мертв. Как и опасалась его невеста. Вы нашли его рукописный дневник на трупе. Возможно, он прольет свет на обстоятельства его смерти. Так. Отзыв товара. А, хотела заработать деньги на продажу сигарет, наверное, да? В дневнике Брюс описал, как он собрал листья местных растений, скатал из них сигары, затем продал их бандитам, заявив, что там настоящий табак. На полученные деньги он надеялся жениться на своей невесте и увезти ее с Пандоры. Предположительно, его первый клиент сразу умер от обширного внутреннего кровотечения. И бандиты заставили Брюса забрать товар обратно. Вам следует забрать все эти сигары, пока еще какой-нибудь парень их не нашел и не попробовал покурить. Согласно дневнику, клиентами Брюса были в основном бандиты в районе вершины Титана. То есть, что получается? Он, по идее, да, хотел сделать хорошую вещь, забрать невесту и уехать. Но, с другой стороны, он обманул людей, люди погибли. То есть, по идее, он заслужил своей участи, которая ему была удосужена. Так. Значит, нам надо забрать 3 коробки с сигарами. Так, и где у нас клиентура? Ионная. Угу. Ну, отправляемся на поиски первого. Так, а чё, где? А, дальше уехать. Так, а чё, мы с ним были, что ли? Прикольно. Какой-то босс, наверное. Окей, сейчас узнаем. А, я тут был. Фу, блин. Только что ведь. Да, видите, как у них выглядит со стороны это. Так, а чё? Наверху, что ли, где-то? Кто? А, скаги. Так, давайте грант к ним. Элитный скаг. Сколько хп у этого скага? А, все, у них хп нет. Нормально. Угу.
Что с него? Ничего нельзя взять было. Так. Так, все, одно взято, коробка. Окей, еще две надо найти. Новый товар в магазинах. Так, а вторая где-то тут же. Наверху. Как наверх? А, так. Как наверх забраться, интересно? Тут не запрыгнет нифига. Там было где-нибудь, интересно, заход на скалу? Ну, тут есть что-то похожее. Или там что-то было, блин, офигеть. Тут тоже, не, понятное дело, не запомнил. Сейчас посмотрим, может там что-то еще было. Или нифига. Нет никакой лестницы, ничего такого. А, вот еще одна. Ну, блин. Третья, может, тут где-нибудь. Опять как я невнимательно. Пробежал мимо цели. Мне кажется, наверху она, хотя фиг знает. Вот там, да, вот там находится. Как туда забраться? У нас стопудово там. И вот есть какой-то переход, то есть вот с этой скалы надо перейти туда. Как на скалу забраться на эту? А, типа снова бандиты все обновились. Да, блин. Я не хочу с ними снова драться. Да, они снова все появились. Ну вот это, конечно, дикость. Нереально. То, что они появляются со временем. Хотя бы, я понимаю, там, допустим, при переходе на другую локацию они бы обновлялись. Но когда ты находишься рядом с ними, почувствуй это. И не обновляются, это бред. Видите, мне сейчас придется снова всех убивать. Еще где-то стреляют. Да, он со спины не стоит. Он стреляет нас. Ой, сколько с него выпало. Я не буду брать. Дешевый домик. Так, не знаю, как нам забраться оттуда. Или что, типа, он должен запрыгнуть, что ли, здесь? Так, а я могу машину сюда подогнать как-нибудь?
Давайте попробуем машину подогнать. Может, как-нибудь обход можно будет объехать. Подогнать машину, с нее запрыгнуть. А здесь она не проедет? Ну, блин. Так, как там поменять место? Даже фары есть. Вот. Мы можем, допустим, сейчас перепрыгнем это место. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, как там ускорение? Блин, не помню. На F? Да. О, видите, как классно. Ну все, 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 успокойся. Так и что, мне снова не хватит высоты? Не-не-не, не хватит. Очень высоко. А он еще на машине-то не стоит. Он падает с нее. Да-да-да, он падает с нее, не вариант. И чего? И как? Ой, ужас. На ровном месте я вот теперь не знаю, как пройти. Но вот похоже, что тут... Не, ну тут явно мне не запрыгнуть. Был бы какой-нибудь ракетный ранец, чем-то такое. Фиг знает, может вообще там вдалеке как-нибудь заползти можно на скалу на эту. С этим. Со стреланием или это просто. Так. Итак, вы верите, что хранилище существует, ой. Да? Да. А, Все только об этом и болтают. И это самое значимое событие из всех, что происходили здесь за долгое время. Только представьте, сколько новых людей сюда прибудет. Послушайте, если вы найдете хранилище, у вас будет шанс получить целое состояние. Но только в том случае, если вы найдете достойного партнера, который поможет вам выгодно продать ваши находки. Итак, мы партнеры... Это, короче, походу мы по сюжетному заданию заехали. Ну, по главному, точнее, в смысле, заданию. Так, где оно есть? Покидая Фарстоун. Ну, да-да-да. То есть они подумали, что я уже все. Хочу отсюда уехать. А нет, мне пока не до этого. Так, смотрим. Угу. Вот я нашел что-то похожее или нет? Или нет? Нет, наверное, нет. Скорее нет, чем да. Так, а здесь что-нибудь есть? Я даже вот на этот уступ не могу заползти, я не знаю, ну это... Вот как это назвать? Просто не слов. В итоге элементарное задание, которое выполняется, блин, я не знаю, за 5 минут. Я сейчас не могу его выполнить, это просто бред. Нафига такое они фигню делают, блин.
никак не заползти. Не-не-не, это понятно. Чё толку? Я что-то не понимаю. Как можно туда забраться? Не имею никакой лестницы, ничего. С той стороны что-нибудь было. Как они сами сюда собирались? А, блин, ну я... Просто... У меня нет слов. Тогда для чего этот переход куда? О. Забираем сигары. Еще, кстати, оружие какое-то есть. Добыча моя. В таком ящике какой-то дешевый пистолет, блин. Не знаю, предупреждают. Употребление вызывает обширное внутреннее кровотечение, даже если не затягивается. Так, ну все, блин, наконец-то это здание сделано. Опять я по своей глупости. Время потратил впустую. Так, что у нас по зданиям дальше? Че эти два сначала сдать? Так. Или попробовать сходить убить этих скагов легендарных. Куда лучше отправиться-то? А, сейчас левела будем, да? Ну, давайте апнем левел. Заодно экипируем так, гранатомет новый. Ну, соответственно, сначала сдадим эти квесты. А я что-то думал, у нас все, ну, вся игра будет на этой локации проходить. Это, оказывается, всего лишь начальная локация. Ну, судя по тому, что мне сейчас предлагают отсюда уйти. Так, все, приехали. Здесь же, да, Оль, на доске объявления должно здание довисеть. Сейчас эти сдадим еще, блин. Новые появятся по-любому. Брюс мертв? Вот идиот. Мы могли бы жить вместе, держаться хоть как-нибудь. Он поменял наше счастье на тупую аферу. Ну что ж, вокруг еще достаточно мужчин. Я найду кого-нибудь. Хорошо, что эти сигары больше никому не навредят. Да, судя по всему, она очень сильно его любила. Раз так. Легко, главное, да? На, фиг с ним, еще дофига мужиков. И пофиг на него. Да. У нас левел ап. 4000 баксов, окей. Ты забрал у бандитов их трофеи? Хорошо. Я слышала, что последняя группа, которую я посылала, убежала в страхе. Здорово, что следующая группа не будет опасаться и продолжит спокойно работать. Так, что у нас такое? На 4-й левел, вы серьезно? На 4-й левел?
Жесть. Ну все. Задание мы сдали, получили денежки, опыт. Так. Повышаем дальше. Угу. Значит, экипируем вместо этого. 269. Не-не, мы это продадим, мы тогда ночь продаем. Ага, значит, это все продадим. Можно, конечно, попробовать загонять, убить этих скагов. У меня нет медицинского диплома, но если тебя подстрелят, ты скажешь мне спасибо. Так, значит, снайперку пока оставим, блин. Или что, или продавать? Нет, снайперку пока оставляем. Дробовик. Вон, тоже оставим. Так, ладно. Чего? Поговорить с железякой? Арнес найден? Это что за задание? А, покидая Firestone. Не, давайте попробуем сгонять, убить двух этих скагов. Не знаю, что-то в прошлый раз что-то я по ним вообще дамага не наносил. Посмотрим, что сейчас будет. Легендарные скаги. Так, мы этих сейчас должны быстро убивать. Так. Отлично. Видите, как мы их размотали? Моментально. Вот все. Изи. Легко и непринужденно. Не хочу я брать все это дешевое. Только захламлять инвентарь. Так, вот здоровые появились. А, нет. А где альфа-самцы? Башенность как? А где альфа-самцы-то? Тут они должны еще были быть. Ничего, пасть открывать на нас. Так. Далеко там до них? Блин, далековато сейчас, чтобы бандюганы будут. Вот, собственно говоря, они уже стоят. Опять поуползает. Ух ты, блин, опять угол меня. Ух ты, смотрите, у него этот. А в дочери по этим электрошоком. Винтовка? Дешевая. Так, ладно. Что-то как-то мы вообще моментально эту локацию проходим. Да, где-то вот здесь мы были.
А, тут еще эти, летающие. Все? Нет, все, это фигня дешевая, не хочу я брать. Нам будем надеяться, получится у нас убить. Скагов. Вот они. Кстати, они сразу на нас побежали. Не получилось. Что-то я опять им дамага не наношу. В чем прикол? Вообще не наношу дамага. Интересно. И в чем прикол? От этих избавиться, блин, от мелких. Но, судя по всему, когда... Не знаю, что-то я вообще их не дамажу. Ух ты! Здорово! О, красава! Давай-давай, делись с ними. Мы пока пофигачим этих. А чё он того оставил? О, давай-давай, бейте его. Нифига себе он носится. Не-не-не, ты давай, его бей, не нас. Ай, блин. Мо, отстань от нас. А, во, видите? То есть у меня слабое место, когда он поднимается на задние лапы. Ай, блин. Ух ты. Все, мы убили, нифига там с него выпало. Тихо-тихо. Так, на хп у нас было что-то. Так, а того надо впасть нам убивать. Угу. Там с ним дерется. Так, подерется. Так, ну одного скага убили. Патроны. Что за винтовки-то? Ну ладно, возьмем. Пистолет дешевый. Ну так с него, конечно. Выпало много, но ничего особо интересного. Так, вот у нас второй товарищ. По пятой точке ему. Так, вот видите, он пасть открывает. Критуем. Ну так. Убили моего товарища. Может, попробуй гранатомет? Вот у нас новенький гранатомет. Ух ты, нифига себе. Вот это прикольная штука. А, они сразу все взрываются, видите? Ха-ха. Ничего так. Забавненько. Но зато дамаг идет неплохой. Так, а у того, конечно, дамаг был еще больше. Но опять скорострельность не такая. А, все. Нет боеприпасов. Ну ладно, сейчас так его раздамажим. Да, это, конечно, скаги действительно сильные. Поначалу я им вообще хп не сносил. Я думал, что я делаю-то с ним. Мне, конечно, эти бандюганы помогли. Что отвлекли их на себе. Че, еще живой? Давай. Уже. Все, хватит с тебя. Фига он живучий. Все. Выполнили мы задание. Опять тоже с него дофига все выполнил. Тоже все когда фигня. Ой, я экипировал ее. Да, я вместо нашего снарядил. Так, что с него? Винтовка какая? Дешевая, блин. Угу, статуэтка с деньгами. Так, ну все. Это было неплохо.
Так, чем начну дальше? Сумбур шоковых кристаллов. Попробуем туда отправить. Но ничего, такие скаги. Неплохие противники. Причем интересно, что их убивать надо было, то есть, да? Необычным способом. Ну, одного-то обычным, а второго только когда он на задние лапы встает. Ну, не так прикольно, кстати, этот. Один плевался чем-то, да, каким-то там шарами. Второй пробегал молниеносно. Причем с огнем. Прикольно было. Так, давайте теперь отправимся за шоковыми кристаллами. Эй, здесь можно подобрать себе машину. Можно. Эй, не пора ли нам в путь? Любые цвета. Поехали кататься. Где-то в этой стороне. Так, надо сначала активировать это задание. Где у нас? Смотрим на локации. А, назад, а? Почему вниз? Вот сюда. О! Ух ты, какой скак выполз. Посмотрите. Безбашенный пироскак. Угу. Интересно. Ну, давайте посмотрим, что это кристаллы. Так. Патроны есть? Ага, они уже, ну... Мы-то в прошлый раз приходили, были вроде 12-го левела, да? Сейчас мы уже 19-го. Соответственно, должны их ушатать, по идее. Так, ладно, все у нас инвентарь есть. Давайте посмотрим. Угу. Какие-то, не знаю, паукоподобные. А, нет, это... Какие-то эти... Крабы или кто они есть? В общем, какие-то морские. А, ну да, краба-червь, да. Все правильно. 4 ракеты. А что у них ракеты? У них ракеты есть, да. Что, много ракет. Интересно. Так, как вообще ходить? Кристаллы выглядят? Вот это они? А можем с ними сделать? Нет. Значит, это... А, вот они выглядят как... Окей. Чё, они ещё срываются? А, вот, ну что-то выпадает, типа, да? А, все понятно. Угу, 50 штук надо, офигеть. Ну, это как бы очень много. И локация здоровенная. А, мы пробежали уже? Там тоже было? Где, я не видел. С этих же ничего не выпадет. Нет. Давайте сначала туда сходим. Альфа-самец. Это плохо. О, нифига их тут. Этих альфа-самцов. А вот они опять в стенку уперлись. А вот они, ребята, серьезные. Ай, нифига себе. Ну как я не люблю этих альфа-самцов. Так, ну ладно. Так, он на 15-й левел. Что-то тяжело они убиваются. Так, там еще есть. Да блин, нифига себе их тут. То есть, как обычные скаги. Их тут очень много. Так, отлично. А вот тому в пасть не попали, это плохо. Мне на них патронов не хватит, блин.
Так. Для чего я вообще сюда иду? Клюсь хоть? А, ну клюсь, окей. То есть не зря я их убивал. Ну, что-то как-то медленно все это собирается. Можно было побыстрее. Ой. Патроны заканчиваются. Ну, эти крабы... Личинка краба-червя. Но эти личинки вроде не такие опасные. Как... Как их? Как альфа-самцы. Альфа-самцы, да, это зверюги. Так, ну отлично, патроны мы взяли. Сколько там? Че, он тут один, что ли? Патроны — это хорошо. По-любому еще какой-то сильный будет противник, наверное, да? Так. Блин, всего лишь 17 пока что. Офигеть, мало. Щенок с кага. Ну это ладно, это фигня. А вот это не фигня. Ай, реально самец, блин. Нет, дальше самец. А еще один. Так, отлично. А, еще где-то один. Все. Наконец-то. Так, ну все, половину собрали. Отлетелись, посмотрим, что есть. А, ну это потом. Хорошо, отлично. Так, ну ладно, друзья. В принципе, почти все побочные квесты мы доделали. Значит, в этом выпуске мы закончим. В следующем выпуске, соответственно, мы с Гильдой собираем кристаллы. Сходим на шахту, там взорвем бомбы. Ну и уже отправимся по главной сюжетной линии. У меня на этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока.